Всем привет! Здравствуйте, дорогие наши чатлане, гости! Мы сегодня перед праздничный день, праздник Пасхи скоро. Мы решили сделать бездомным собачкам тоже такой подарочек, благодаря вам, чтобы они тоже почувствовали себя приятно, хорошо и не были голодные. Мы вот приобрели такая колбаска. Она очень хорошо разваривается с кашей, потому что с одной колбаской накормить трудно будет. А вот они берут, готовят кашу, добавляют колбаску вот такую, и собаки уже будут сытыми. Всем спасибо за помощь. С праздником вас, счастья, здоровья, удачи. Не болейте, любите и будьте любимыми. Thank you.